Последние репетиции спектакля «Love Story» перед премьерой. На сцене семья. Мать и дочь решают, как от отца скрыть правду, а отец тренируется метать нож. Вот такой постановкой русский театр открывает свой новый сезон. История любви, история о том, что нас окружает, о человеческих отношениях, о том, что не нужно забывать какие-то главные ценности в жизни. «Love Story» поставлена по пьесе Марии Ладо. Очень простая история. Это одна из самых востребованных пьес современной драматургии, с большим успехом идущая во многих театрах России, Украины и зарубежья. В Одессе ее поставил полюбившийся горожанам по постановкам Пеппи, Ви и Степан Разин режиссер Георгий Ковтун. Она совершенно необычная, потому что в современной драматургии очень мало авторов таких вот интересных, необычных, вот, который трогает за душу, который выворачивает тебя наизнанку, и ты понимаешь, что можно совершенно простыми вещами все, решить какие-то очень серьезные проблемы сегодняшнего дня. Вот. Правильно говорят, что все гениально, это очень простое. До конца этого года театр выпустит еще ряд премьер. «Эзоп» по произведению бразильского драматурга в постановке Максея Чумаченко, в главной роли Олег Школьник. Он же исполнитель роли в еще одной премьере – украинско-израильском моноспектакле «Разговор с Богом». Следующий спектакль, который мы выпускаем, это «Дон Жуан». Постановка Леонида Ефимовича Хейфица и Алексея Литвина. Это уже четвертый их совместный спектакль. «Дон Жуан», 20 ноября. Параллельно с этим мы выпускаем детский спектакль «Вождь краснокожих». Это по урокам искусств, которые русский театр 10 лет в этом году отмечает. 5 новых спектаклей до конца этого года. Такие ближайшие планы театра. Помимо работы над премьерами, театр готовится к гастролям в Россию и Германию, рассматривает предложения на участие в фестивалях и определяет режиссеров для будущих постановок. Дарья Сидоровская, Сергей Самойлов, Новая Одесса.